Привет, дорогие друзья, подписчики и зрители канала. Сегодня вы узнаете, как установить мод на игру EuroTruck Simulator 2. Для этого заходим на сайт Playground, в разделе игр выбираем симуляторы. Далее, листая вниз, выбираем EuroTruck Simulator 2. В этом столбике выбираем файлы. Вот тут выбираем мод на ваш вкус. Заранее я уже этот мод скачал. Дальше. Разархивируем этот мод на рабочий стол. Готово. Дальше заходим в мой компьютер. Документы. EuroTruck Simulator 2. Мод. Этот мод скачать. Перетаскиваем сюда. Готово. Дальше перейдем к игре. Чтобы мод начал работать, нажимаем модификации. Нажимаем на наш мод. Вот на эту стрелочку. Он добавлен в активные модификации. Нажимаем принять. Заходим в игру и проверяем. Как видим, я скачал мод Зиму. Надеюсь, я вам помог, и в знак благодарности вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Bye-bye!